Салон не прокурен, не битый, не крашеный. Да нас ее лупили, мы ее лупим. Сколько? Что за машина была? АЗЛК. Вот по попе посмотри, он тут девственный. Опыт тупо, да? Ноль. Я первый раз, я дилетант в этом. Ну хорошо, но все равно интересно, сколько денег надо, чтобы поучаствовать в автобоях? Вот вам сколько понадобилось? Пища обошлась недорого, то есть 150. Но остальное все то, что есть подручные инструменты. Я не являюсь жителем городской квартиры, а живу в частном доме, но, естественно, на своем подворье всего понемножку хватает. Центральный замок. Потому что бак на штатном месте, он там сделан. Аэродинамика подходящая для этого автомобиля. Кондишн, что-то сейчас голову дурить ему хватает. Взял Москву сейчас с конфиската. Короче, сделали все. И только уже выезжать, вот буквально уже через полчаса начала гонок, заливаю воду. Слышу, вода течет. В блоке дыра такая. Взял деревяшку, забил, все нормально, всю гонку отъездил. А что с москвичом? Суппорт клинит. Суппорт клинит, пипец не едет. Короче, будем разбираться. Нужно учитывать, прежде всего, наверное, стоимость автомобиля, чтобы это вышло все-таки недорого, особенно на первый раз. Да, ремень безопасности нужен обязательно. Каркас безопасности с этого года обязателен. На тренировках мы, прежде всего, проверяем автомобили на наличие неисправностей, которые в обязательном порядке вылезут на этой тренировке. Вот сегодня мы видели, что практически все машины, за исключением Форда, выбыли. То есть у одной машины сцепление, у второй машины тормоза, у третьей машины там еще что-то. Техосмотр сама проходит, да? Ну, давай. То есть, для этого и нужны эти тренировки, чтобы за, скажем так, оставшееся время довести машину до ума. Кататься, пока не заглохнет. О, маскарад! Уважаемый, уже там машина рыбоя выдержала. Вот, это вот сушу поднимал. Что за них бояться? Ну, то они и стекла, чтобы вылетать. Да, живучая какая-то, удивление. Лупим ее, никак. Не, я уже чувствую шанс, я ее хочу уже окончательно улупить.